Короче говоря, я инопланетянин. Было утро, 20-е число, суббота. Была тишина. Я решил выйти на улицу. На улице было светло и тепло. Я увидел перчатку и дотронулся до нее. Вдруг стало темно и страшно. Пошел сильный дождь. Я закрыл глаза. Где я? Мои руки стали белыми. Я трогал перец, и он становился совсем другим. Кто я? Спросил себя. Я инопланетянин. Неужели это правда? Я касался помидор, и они менялись. Кто я теперь? Я инопланетянин? Я увидел смородину. Подошел и коснулся ее. О, что это? Она высохла сразу. Я смотрел и удивлял. Мне стало очень страшно. А что, если... Нет! А если да, то что будет дальше? Я пошел в сад. Цветы! Я стал трогать их своими белыми руками. Они становились другими. Они становились были белые, становились черными. Что же это? Что со мной? Как все это поменять? Стало страшно, я закрыл глаза. Вдруг пошел дождь. Стало светло. Я дома. Я понял, что это просто сон. Короче говоря, я инопланетянин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.